Ущерб казахстанскому бизнесу в результате беспорядков и мародерства по предварительным подсчетам составил более 95 миллиардов тенге. В Алматинской области эта сумма составляет 8,5 миллиардов тенге, и это еще не предел, считают представители Национальной палаты предпринимателей. 120 субъектов бизнеса Алматинской области пострадали в результате беспорядков. Материальный ущерб был нанесен в областном центре и ряде районов. В Карасайском районе пострадал торговый центр «Апорт», один из крупнейших рынков Алтын-Орда. В Аксузском районе пострадали две заправки и одно предприятие. В Жамбыльском районе одна автозаправочная станция. С момента создания колл-центра именно к нам поступило порядка 140 звонков. Из них как и пострадавший бизнес, так и бизнес, который занимался экспортом, потому что необходимы были сертификаты СТ-1. Также были предприниматели, которые занимались на тот момент крупными торговыми поставками. Им нужны были электронные счета, фактуры, интернета не было. То есть вопросов было масса. Поэтому мы все это отрабатывали в ручном режиме. Сотрудники Национальной палаты предпринимателей просят владельцев пострадавшего бизнеса не проводить в порядок места разрушений без заключения об ущербе от уполномоченных органов и частных оценочных компаний, чтобы можно было доказать объем ущерба. Также просят подготовить все правоустанавливающие документы, в числе которых свидетельства о предпринимательской деятельности и товарные накладные. С каждым 120 предпринимателем мы находимся на прямой связи. И сейчас у нас создается фонд, это по республике, который все желающие предприниматели могут принять активное участие, те, кто не пострадал, помочь тем, кто пострадал. Почему? Потому что в первую очередь нужно максимально быстрее бизнес восстановить. Всех пострадавших предпринимателей Алматинской области сотрудники Национальной палаты предпринимателей просят обращаться по контактным номерам +7 747 541 1754, ответственные по правовым вопросам, +7 705 190 2000, ответственные по экономическим вопросам. Сулужан Досова, Бекзат Кажимухан, Абзал Нусипов, телеканал ЖетСу.